Вторая часть 23-го года с марта значительно спокойнее. Но это только движение к завершению конфликта. Реально, даже горячая фаза конфликта, по крайней мере, весь 23-й год накроет. А в принципе конфликт не в военной форме продлится еще долго. Пока не утихомирится Европа. Пока Штаты не уйдут с мировой арены. Ну и в совсем тихой, но трудной форме продлится еще дольше. Пока украинский народ внутри себя не найдет согласия. А это ближе к концу века. Так что такая тихая идиллия, безоблачная, наступит очень нескоро. Мы живем в серьезное время перемен. Но можно сказать, что год будет значительно спокойнее, значительно позитивней, чем 22-й.